Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 811. Масса одного кубического метра воздуха 1,29 килограмма. Определите массу воздуха в вашем классе. Чтобы определить массу воздуха в классе, надо узнать объем классной комнаты. А для того, чтобы узнать объем, надо знать ширину, длину и высоту класса. А для этого надо измерить ширину класса, длину класса и высоту класса. Или знать, чему равна ширина, высота или длина класса. Допустим, ширина класса равна 7 метров. Длина класса равна 10 метров. А высота класса равна 4 метра. Тогда объем класса будет равен 7 умножить на 10 и умножить на 4. А это равно 280 кубических метров. Так как в одном кубическом метре воздуха 1,29 килограмма, то, чтобы узнать, сколько 280 кубических метров воздуха, надо 280 умножить на 1,29. Умножаем. Получаем 361,20 или 0,2 килограммов. Такова масса воздуха в классе с данными измерениями. Для того, чтобы определить массу воздуха в вашем классе, у вас должны быть свои измерения. Мы сделали номер 811. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.